Продолжаем программу. Лучший среди равных оцинковщик участка покрытий производства металла с покрытием ПАО ММК Иван Привалов стал победителем традиционных профсоревнований. На ММК он трудится 15 лет. К работе относится максимально ответственно. В этом, считает, и заключается секрет его успеха. О своем непростом труде специалист рассказал нашей съемочной группе. Ответственные и преданные своему делу об Иване Привалове коллеги отзываются только так. 15 лет он трудится на комбинате, рассказывает, пришел на производство сразу после окончания учебы по совету близких. Мне мама посоветовала, что стабильное предприятие, стабильная работа, стабильный заработок. Поэтому пришел, ну и не пожалел. Иван Леонидович начал свою карьеру на ММК в 2007 году с должности резчика холодного металла. С 2009 работает на производстве металла с покрытием. Из них 9 лет в качестве оцинковщика. Вместе с напарником следит за основными производственными параметрами. Выполняем технологический процесс, смотрим за качеством металла, за технологическими параметрами, ну и за работу оборудования. Нужна большая внимательность, работа очень опасная. И горячий металл, и режущая кромка. Поэтому внимательность прежде всего. Агрегат горячего цинкования, на котором трудится Иван Привалов, в строю с 1964 года. Немецкое оборудование работает как часы, проходя лишь плановые ТО. На участок покрытий холоднокатанный лист поступает из 3-го, 5-го и 11-го листопрокатных цехов. Здесь происходит завершающая стадия металлургического производства – нанесение покрытия. Его толщина колеблется от 0,4 мм до 1,5 мм. Ширина проката от 730 до 1250 мм. Производительность агрегата оцинкования 20 тонн в час или 144 тысячи тонн в год. В производственной цепочке участок покрытий занимает одну из важных ролей. От слаженных и профессиональных действий специалистов зависит многое. Иван Привалов – один из тех, кто со своей задачей справляется на отлично. За все время показал себя как нормальный, хороший, трудолюбивый парень. Выполняет все задачи, подходит ко всем вдумчиво, ну, на которого человека можно положиться. Если ему поставил задачу, то точно будет знать, что она будет выполнена. Побольше бы таких. Ну, в коллективе его уважают. Иван Привалов был признан лучшим по профессии впервые. Новость об этом стала для него приятной неожиданностью, но не поводом расслабляться. Теперь нужно держать марку. Статус обязывает. Евгения Салахутдинова, Владимир Ровинский, телекомпания ТВИН.